качестве наполнителя можно использовать вот такие белые салфетки. Очень хорошо их рвать на мелкие кусочки, застилать. Также купили попробовать луговую траву. Ну, вроде нормально было. Еще у нас есть вот такие древесные наполнители из хвойных деревьев. Ну, хвойные деревья, говорят, нельзя хомякам, но мы сыпем понемножку. Мешаем немножко вот этого, кстати, он грызет, наверное, это, и потом писает в эти опилки. Мешаем вот опилки прессованные, салфетки и немножко травы. Так, ну а чем кормим? Кормим капустой, белой капустой, красной, просо сыпем иногда. Семечки кабачковые, тыквенные, грызет. Вот купили корм, хомячий корм. Тут намешано и зерна разных сортов. Сейчас покажу. Зерна, кукуруза встречается. Тут тоже и просо насыпано, и черные семечки были, но мы их стараемся, мы их вылавливали и сыпали, они тут редко встречаются. Он очень хорошо ест. Мы еще покупали магазинные семечки, они сырые. Ну, для людей продают. Сырые семечки. Но почему-то он их никогда не ест. Он их лущит и выплевывает. А вот эти, которые здесь насыпаны, он их все время с удовольствием ест. Может, это чем обработано, не знаю. Да. Наша, а тебе нравится хомячок? Да. Вот он сейчас сидит у нас в маленькой клетке. Ждет, пока мы... Вот он даже здесь покакал от страха. Ну, конечно, я понимаю. О, он грызет, грызет, сейчас покажем. Вот ты кокетский. Здесь страшно. Но мне же надо как-то клетку убрать. Смотри, кто тут он накакал. Ну да, накакал. Поэтому мы салфетку и постелили. Ладно, тебе осталось недолго ждать. Так, еще даем... Орехи. Еще даем грецкий орех, арахис немножко. Ну, вот грецкий любит грызть, арахис иногда ест. Так, ну, в принципе, все, что в моем доме. И водичка налита все время в этой поилке. Так, хомяка я запустила уже в клетку, все убрала. Он бегал, тут все обнюхал и теперь принялся за свое любимое дело. Стачивать клыки. Он обожает это тихо. Но ногти у него, конечно, выросли. Мама, большие. Мама. Ему не хватает, наверное, какой-то жесткой поверхности. Ну, сейчас еще с горки съедет. Такой большой стал, раньше был маленький. Наверное, наел. Да. Он скучал по клетке. Тип-топ. Так, полез на крышу. Что потом? О-о-о! Несло куда. Так, побегать надо обязательно. Нет. Домик. Не хочешь? Полезно. Тут домик стоит, колесо для бега.
Вот это мел. Капиба. Пепа. Пепа. Что, опять мухнуть? Пепа. 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 Свинку как покушать? Звезда Ютуба бегает по колесу.